Самый большой детский сад в России построили в Самаре. Один корпус был открыт еще в сентябре. Сегодня воспитанников приняли еще два. Дошкольное учреждение позволит полностью закрыть очередь в микрорайоне Крутые Ключи. Здесь же можно будет разместить начальные классы школы. Но самое главное, что здесь применяют инновационные воспитательные методы. Об этом в нашем материале. Первые шаги к большому знанию они делают уже в детском саду. Сегодня учатся рисовать поезд. Дело непростое. Нужно выбрать корпус, окна, колеса. Надо вот так нарисовать на трафаретке. Аккуратненько. И все. Кружочек будет ровненький. Тебя зовут Даша, да? Яковлева Александровна. Дарья Александровна Яковлева скоро пойдет в первый класс. Говорит, что хочет стать поваром. А в детском саду ей дали возможность узнать о разных профессиях. Как работает врач, она уже точно знает. Наденут и вот так послушают. Детский сад в микрорайоне «Крутые ключи» сегодня дополнили два новых корпуса. Все три выполнены в одной разноцветной стилистике. Качество строительства и отделки высоко оценил губернатор Николай Меркушкин. Здания построены по самым современным технологиям. Теперь это самый большой детский сад в России. Самый крупный в стране. Здесь под одним началом, единым началом, я уже сказал, будет 1376 детей. Здесь будет большой достаточно коллектив, будет большая взаимозаменяемость, это тоже хорошо. То есть специалисты, узкопрофильные специалисты могут работать и здесь, и в другом корпусе, там, и в третьем корпусе. Но я думаю, здесь на самом деле будут очень хорошие в итоге результаты. И более того, мы будем смотреть с тем, чтобы, может быть, этот опыт и распространять и дальше. Занимательные науки – часть общей инновационной методики. Это не просто развитие способностей. Воспитанники могут с детства узнавать особенности будущей профессии. В садике работает лаборатория лего-конструирования, робототехники, химии. Не все вещества растворяются в воде, правильно. Мы сегодня с вами познакомимся с чем? Со свойствами воды. И проделали несколько экспериментов. А значит, потом выпускники смогут хорошо учиться в школе и найти свое дело, которое в буквальном смысле знают с детского сада. Открытие двух новых корпусов полностью решает проблему дошкольных учреждений микрорайона. Кириллу всего год и 9 месяцев. Теперь и ему нашлось место в детском коллективе. Я в декретном отпуске в настоящее время. Конечно, на работу надо выходить. И вот тут прям... Так получилось, прям повезло, попали в садик. Ну, сначала стесняется, вот он сейчас это делает, отворачивается, глазки немножечко прячет. А так ничего, сейчас адаптируется, и, я думаю, мы найдем общий язык со всеми. На строительство этих зданий было затрачено 530 миллионов рублей. Из них 383 миллиона – областные деньги. Все для того, чтобы выполнить задачу, которую губернатор озвучил в послании. В этом году построить в регионе еще 20 детских садов. Но на этом программа не закончится. Рождаемость растет, и надо думать уже о следующих поколениях. И будет приходить в детские сады, так по нашим расчетам, от 4 до 5 тысяч детишек больше, чем это на сегодняшний день. Естественно, мы должны подготовить места вот для тех, которые родились в прошлом году, которые родились в прошлом году, позапрошлом году. И этих 20 садиков хватило бы на тех, вот на тот, скажем, уровень рождаемости, но с учетом роста рождаемости нам придется и в 2015 году, и не исключается еще и в 2016 году, добавлять места в детских садах. А очереди в детские сады уже до конца этого года должны уйти в историю. Олег Зверев, Ольга Павловская, Дмитрий Алатырцев, Алексей Вельмискин. Новости губернии.